Всем привет, с вами Гримбойд. И Сверчок на улице. Как же ты, сука, меня заебал. Ну что ж, эту серию я сажусь записывать уже третий раз. Это 15-ю, потому что игра вылетает. Так что... Блять. Особого энтузиазма с моей стороны не ждите, потому что, блять, я уже ее дважды почти прошел, и она мне под конец миссии вылетела, нахуй. Придется старый добрый метод, частые сохранения и так далее. Совет понимать, что когда Джейда может спасти ситуацию, отправляет сообщение Наву, Джонсу и Михиору, чтобы выполнить задание, наши герои должны с боями пойти через землю, когда-то принадлежавшим националистам. Я даже Касперский отключил, чтобы вообще ничего не мешало. Кажется, что силы света слишком слабы против растущей тени, но далеко на западе есть еще один герой. Великий лидер и победитель давних войн, чьи замки еще гордо вздымают. А, людишки ходят. Чьи армии еще сильны. Герои Востока должны предупредить его о грядущей битве до того, как тень падет на тех, кто еще может дать ей отпор. Вижу, ты привел друзей. Стоят. Узнаю вас обоих, хотя я не ожидал увидеть вас здесь. Иштира пала. Демон, которого мы убили. Обоих кого, Джонс и Нау или Джонс и Михиора? В это вы все друг друга знаете, я смотрю, блядь. Еще всех наших поубивали. А ты? Я здесь потому, что между мной и падшими возникли философские расхождения. Философские, блядь. На свободу воли, моей в частности. Король Элагора Зандер Харей обещал свою помощь. Это же пообещали и Гаури со Взгорья. Славная коллекция проигрышей. Помолчи, Сея. Я говорю правду. Положение совета немногим лучше. Мы победили Мордола, но вслед за ним придут другие падшие. Ты прав. Одни мы не справимся. Иштира пала, совет разгромлен. Но есть еще одна сила. Надеюсь, что нам удастся вовремя добраться до Дарья Джавидана. Большая армия, но без специалистов их разъебут, как нехрен делать. Возвращение домой было 15-м, да. О, Захарунов играет. Будем самой слабой расы в этой игре, по моему мнению. Нам не укрыться от надвигающегося шторма, а сил у нас мало. Мы должны сообщить королю Джавидану о нашей беде. На антилопах как мы выполним ваше задание, канцлер Шакери. Тогда в путь. Вы должны продвигаться бесшумно и быстро. Да хранит вас Создатель. Спасибо. Я говорю и о тебе, Мельхиор. Угу, обязательно. Мельхиору, по-моему, вообще похуй. Зло не может победить. Поспешим. Немножко полюбаем. Мы сражаемся... Это наша земля. Мы слышим духов земли. Так, надо будет ротацию сделать. Сюда для нас. Зло не может победить. Сюда вот Мельхиора надо поставить. Это наша земля. Насилие ничего не решит. Ну это 200. Мы слышим духов земли. Идем туда вниз. Быстро. Угу. Вот это же, конечно, на петухах, блядь, не очень бы я сказал, что полезный, блядь, ну ладно. Поспешим, разумеется. Я выкал, пошли дебилы, блядь. У нас тут вон, блядь, ща, золотой лудни здесь нас стоит. Наша. Ладно, если ты так считаешь. Что для тебя сделать? Пусть духи ведут нас. Так. Я не боюсь ничего. Каковы наши планы?
Блять. Нагататься бы сделать, но ладно, не будем. Освещают наш путь. Я не боюсь. Здесь должны быть эти. За мой народ. Отвага до конца. Что для тебя сделать? Ветки освещают наш путь. О, блять, уже эти питеры прибежали, блядь. Ну все, уже пизды получает. Ты больно быстро, блядь. Создатель видит всех нас. За мой народ. Мне становится. Ну все, работает, конечно, поменять, но ладно. Мне становится. Содержишься бесплатно, да? Да. Каковы наши планы? Разумеется. Чего пожелаете? Я не боюсь ничего. Задия осветит наш путь. Отвага дождя. Мы склоняемся перед вами. Нет, мне не надо склоняться, мне нужен Мельхиор. Таковы наши планы. Поспешим. Мы выступаем. Что надо сделать? Духи, слышь, пусть духи ведут вот здесь, нас. Да. Я служу свету. Задия осветит наш. Духи, слышь. Не понял, почему. Духи ведут. Отряд маленький был. Блять, левовой не выдержал. Мне становится скучно. Левовой, точнее. Левовой, блядь. Я служу свету. За мой народ. Я служу свету. Мне становится скучно. Духи слышат. Опа! Мочиться захотели, да? Откуда здесь смейк уже? Отсюда пошли, блядь. Не-не-не, поднимай наверх! Поднимай наверх! Пришли, ну-ка. И я хочу сохраниться, надо было. Вот и сохранимся. За мой народ, за свет, Радия осветит. Что для тебя сделать? Пусть духи ведут нас. Мы готовы. Создатель за мой народ, всех нас. За свет, отвага до конца. Опа, волчанцы побежали с моей. Мы охраняем землю. Конечно, конечно. Долго, что это делать? Каковы наши планы? Так. Зло не может победить. Мельхиор, сюда. Левый рот у нас теперь вот это. Поспешим. Что для тебя сделать? Путь свободен. Это у нас будет вторая вот. Конечно. И у нас пойдете наверх. Чем мы можем услужить? Духи окружают. Как раз он толпа идет, блядь. С двух сторон, суки. Быстро. Бить на тебя. Должны, в принципе, удержаться. За свет.
и слышат. А вы думаете, я вам позволю, что сейчас что-нибудь сделать? Вот хуй там плавал, блядь. Если ты так считаешь. Чем мы можем помочь? Мы слышим духов земли. Я не боюсь ничего. За свет. Саадия осветит наш путь. Быстро. По сути, можно даже сделать, схитрить немножечко. Если сможем, конечно. Духи слышат. Духи слышат. Предки освещают наш путь. Быстро. Нечестивцам не будет покоя. Мы охраняем землю. Хорошо. Вот об этом я и говорил. Об этом я и говорил. Вон уже толпа, видите, идет, блядь. Что надо сделать? Нечестивцев не будет. Быстро. Нечестивцев не будет. Духи слышат. Духи ведут нас. Блядь! Архиолог? Что надо сделать, но, если ты так считаешь? Чем мы можем услужить? Конечно. Я здесь. Это все, блядь. Поспешим, поработаем. О. Что надо сделать? Как скажешь. Что для тебя сделать? Путь свободен. Что это, наконец-то, эта хуйня? Мне становится скучно. Без проблем. Здесь, по сути, целый отряд бегает, бьется. Хуя себе вы, блядь, опасен, что решил? Зло не может победить. По сути, справиться должны. Мне становится частицем не будет. Что для тебя сделать? Я не боюсь. Мы готовы. Мы не собьемся с пути. Да нет. Создатель видит за всех нас. Что для тебя сделать? Придется вот так уж пересохраняться каждый раз. Ребята, извиняйте уж. Все делаю ради вас. Не ради своих капризов я это все сейчас делаю. Что для тебя сделать? Настырные, а, блядь. Окружают нас. Я не боюсь ничего. За свет. Надо ей еще один отряд бы добавить, блять. Чем вы бесплатно содержитесь, да? Мы слышим духов земли. Очень уничтожили, сука, не успел. Тут два отряда мне даже, блять. Нечестивцам не будет покоя. Что для тебя сделать? У нас там не хватает. И чем бой. Мы можем услужить? Чем мы можем услужить? Я не боюсь ничего. За мой народ. Чего они точно бегают, блядь, я не понимаю. Бесит, блядь. Мешаетесь, скажешь, суки, здесь, блядь. Как скажешь. Чайные, блядь.
Конструкторы маны сейчас пизды нам дадут. Это как пить дать. Но... если ты так считаешь. А конструкторы маны там живые, но там ловить нечем. Здесь что у нас происходит? Блять. Забили бедную гену, блять. Духи слышат, ведут нас. Что а, вот у нас что? Блять, какую-то бы вам сделать. Чтобы не унывали. Каковы наши планы? Мы выступаем. Что надо сделать? Как скажешь. Сначала Ракши добить кого-то. Если ты так считаешь. Чего не помню, что делают? Щит какой-то. Ракши, блядь. Ты же заебали уже. Вижу цель. Я здесь. Еще один ты от мечников сделаешь. Чем мы можем услужить? Я здесь. Поспешим. Мне становится... Покажи на цель. Мне становится... Ладно, если ты так считаешь. Это просто. Да они что, живые же, блять. В этом довольно заебись живые. Один конструктор мана уничтожил. Еще один живой остался. Он сейчас пизды нам даст, блин. Если ты так духи считаешь. Окружают духи нас. Ведут нас. И чё, блядь, вот чё они делают, я не понимаю. Опаля! Вторая рота! Вторая рота разделиться должна. Бегите на помощь быстрее. Мы не должны город им сдать. Нечестивцы не будут. Чего пожелаете? Ты будет устраивать, Армагеддон будет устраивать. Создатель видит всех. Буду так делать нахуй, если, блядь, игра не понимает по-хорошему. Деваться. Я не хочу заново, блять, уже третий раз получается за день переигрывать эту миссию. Чё опять? Что для тебя сделать? Что надо сделать? Ради разнообразия, блять. Становится скучно. Что происходит? Создатель видит всех. Отвага нас до конца. Быстро. Что надо сделать? Давайте делать быстрее. Духи окружают нас. Бегают что-то там, блядь. Хуй пойми зачем, блядь. Так нежданчик ждет, блядь. Видит трех этих, блин. Тут просто вырезали, блядь. Какие-то жижи вахту, блядь.
Ну, удачи вам, ребята, что я могу сказать, блядь. Быстро. Ладно, если ты хочешь. Руки слышат. Предки освещают наш путь. Предки освещают наш путь. Мне становится скучно. Нечестивцам не будет покоя. Ебало, сука. Я не боюсь ничего. Садия осветит наш путь. Я не боюсь ничего. За мной народ. У них уже город идет. Самый сильный форт это у теней. Самые сильные форты это у них. Духи слышат. Редки освещают наш путь. Не знаю, почему разработчики так решили сделать, но вот я говорю, самый сильный форт это у них. 16 этих грабителей, по сути, целый отряд. Жизнь, два отряда, блядь, получается. Да, два отряда пехоты получается. Там убежал. Грозы. Мне становится скучно. Как скажешь. Нечестивцам не будет. Что для тебя? Уничтожи! Блять! Пиздец! Освещают наш путь. Я не боюсь ничего. За свет! За свет! Что надо сделать? У нас вторая вот на подходе, хули, ну чё вам, блядь? Думаете, расслабон дадим, что ли? Создатель видит всех. За мой народ. Мы не дадим вам расслабиться, ребята. Ну, ты тоже подкрепляем, уж идите. Помогите, блядь, нашим. Кто там убежал? Ууу, людишки вообще потрепалы. Сука, блядь. Капашных бойцов-то, по сути, не осталось. Вы бы город свой защищали, дебилы, блядь. Хуй, блядь. Я служу свету. Зло должно мне быть ничего. Вы, сука, блядь, вовремя, блядь. А вот пидорасы вот натуральные, нахуй. Думаете, что я... тебя сделать? Мы так не чем сражаемся? Мы можем помочь? Вы думаете, что я сейчас на вас не ёбну, что ли? Чё-то типа такого, ну? King Point. Это наша земля. Чем мы можем помочь? Хаджан, блин, или чё-то? Это лебардисты пизды дали. Наконец-то я пошел, вот ебаный враги уничтожены, но вместо них придут другие. Че так быстро ты говоришь? Тихо. Кто-то зовет меня? Сибак утверждал, что тень говорит с ним. Не дай ей заманить тебя. Тихо. Не ори, блядь. Ее зовет тень.
Нет, это не тень. Я чувствую многовековую печаль, но не ненависть. Здесь рядом что-то очень могущественное, и ему нужна наша помощь. Если оно такое могущественное... Если Наава говорит, что надо подождать, мы будем ждать. Джонас, ты такой подковушника, блядь. Потому что ничего не знаешь. А ведь она тебя наебывает, Джонас, вот увидишь. Путь открыт, но голос какой-то древней силы возвал Наву, вводя в глубь земли, контролируемый падшими. О нет, я знаю, какая будет следующая миссия, господи. Давайте этим с вами прощаемся. Надеюсь, следующая серия у нас не будет вылетать так же часто, как это. Увидимся.